Великому человеку светлая память. Сегодня сотни людей собрались в главном цехе КАМАЗ-мастера, и повод нерадостный. Они пришли отдать последние почести Ильгизару Мардееву и проститься с ним. Заслуженный мастер спорта, лауреат всевозможных премий, обладатель различных почетных званий и неоднократный призер Дакара. Он одержал множество побед на престижных международных гонках, прошел столько испытаний, не раз рисковал жизнью, и как-то даже не верится, что она оборвалась во время поездки на квадроцикле. Полученные в аварии травмы оказались смертельными. Трагедия случилась накануне вечером, а сегодня город проводил легендарного гонщика в последний путь. Ильгизару Мардееву было 56 лет. Еще никогда в производственном цехе КАМАЗа не собиралось столько людей. Панихиду решено было провести там, где сам Ильгизар Мардеев проводил много времени. Особенно в последние годы, когда после завершения карьеры пилота он руководил масштабной подготовкой машин к соревнованиям. В том, что спортивные КАМАЗы не знают себе равных на бездорожье, во многом его заслуга. Трудно передать горечь утраты, которую испытывают друзья и близкие, в их числе и коллеги по команде, многие из которых даже больше, чем родня. Его любили друзья, его боялись соперники. Ильгизар был один из немногих, кто стоял у истоков создания команды и кто стал надежной опорой для команды все последующие годы. Это был необычайно трудолюбивый человек. Ильгизар Мардеев был бойцом по натуре, никогда не сдавался, вспоминают коллеги. Судьба не раз испытывала его на прочность. В 2005 году он чудом выжил после страшной аварии. Грузовик пилота подрезал легковой автомобиль, и гонщик принял решение свернуть в кювет. Благодаря силе воли и целеустремленности он тогда быстро пошел на поправку и уже через 2 года привел экипаж боевой технички на подиум Дакара. Это серебро для команды дороже золота. Руководство команды рискнуло, доверив серьезную гонку нашему экипажу, в частности, даже не экипажу, а мне, да, потому что, ну, понятно, что я сезон пропустил, вот, и ехать на Дакар, в общем-то, был определенный риск. Но профессионализму и чувству ответственности Ильгизара Мардеева руководство доверяло без оглядки. Потому по завершению профессиональной спортивной карьеры ему предложили возглавить столь стратегически важный участок, как подразделение по подготовке автомобилей к гонкам. И боевые пилоты знали, что машины не подведут, ведь за надежность техники отвечает их друг. Настоящий друг. Меня с ним связывают не только товарищеские взаимоотношения, не только коллеги, но и друзья. Всю жизнь вместе друг друга всегда понимали. Он всегда был готов прийти на помощь в любое время дня и ночи. Ну вот, настоящий друг, вот, он умел дружить. Он был не просто профессионалом своего дела, много времени уделял воспитанию молодежи, охотно делился с ней своим богатым опытом, подготовил достойную смену. Его сын, 27-летний Айрат Мардеев, пошел по стопам отца и также стал серебряным призером Дакара. Ильгизар Азатович был очень добрым, веселым человеком, вспоминают его близкие. Всегда готов был прийти на выручку, никогда не отказывал. Вот буквально за день до трагедии участвовал в организации соревнований дальнобойщиков. И, конечно, он был активистом общественной жизни родного коллектива. Принимал участие в каждом мероприятии, удивляя коллег и творческими способностями. Мне этот бой не забыть ни почем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.